психический элемент представления, всем знаком до тупения. Обыкновенно не бывает длительно сознательным, однако оно бывает устойчиво привлекательным. Характерным для представления является то, что сознание сознательности быстро происходит как-то, и представление в данный момент сознательное. Следующее мгновение перестает быть желательным. Представление вновь может стать сознательным при известных, легко достижимых условиях. Представление или всякий другой психический элемент, в сладостный, либо в жуткий, нерадостный момент. В определенный момент может быть сознанием предмет, как наличность сознания человека, как преспект. В последующий момент он может оттуда исчезнуть, а через некоторый промежуток времени воскреснуть, совершенно неизменным снова всплыть в памяти без предшествующих новых восприятий, но не как на паперти. Сохраняется в душе, и в этот промежуток времени, когда оно скрыто в тишине. Остается до поры.